Настоящий танцевальный праздник. Во Всероссийском детском центре «Смена» прошел финал танцевального баттла «Танцы в смене». Участниками танцевального конкурса стали обучающиеся сквозного образовательного модуля «Танцы в смене». Объединившись в творческие коллективы, мальчишки и девчонки подготовили яркие танцевальные номера в разных жанрах. По мнению участников мероприятия, творческие коллективы за короткий период времени подготовили по-настоящему грандиозные номера. Также для участников тематических смен прошел танцевальный баттл. Участникам танцевального баттла необходимо было под музыку различных жанров показать импровизированный танец. Жюри конкурса были сотрудники ВДЦ «Смена». Среди критериев оценки были соответствие движений музыки, уровень сложности, ритмичность и артистизм. Одним из лучших участников танцевального баттла, по мнению членов жюри, стал Алексей Агарков из Новороссийска. По его словам, он совсем недавно открыл для себя танцевальное направление стрит-дэнс, и сейчас это его главное хобби. В смене Алексей достиг своего первого успеха в танцах. Все участники танцевального баттла получили благодарности и специальные призы. Но самое главное для мальчишек и девчонок – это позитивные эмоции от танцевального праздника и поддержка настоящих друзей. Меня поддержит первый отряд, лидер смена. Вот так. Меня друзья поддерживают. Я хочу передавать всем привет.